делаем озвучивание вопросов на нашем сайте. Вопрос 1990. Седьмой том «Открытым оком». Это книги так мои называются. Такое почитание святым мощам разве не было известно апостолам? Может, это от древности нам передано? Ответ. У Бога есть всеобщий закон, на который непрерывно, день и ночь, абсолютно везде, наползает и наплывает неверие. Этот закон касается всех, грешных и праведных. Но презрите ли это усыновление Божие настолько срослись со своими нарушениями и возвели этот обычай в святость, что выйти из этой беды уже вряд ли удастся. Еще предстоит на суде Божьем увидеть тех святых, чьи мощи терзали, дробили и расчленяли, развозили, вмонтировали в кресты мощевики, в иконы, в здания, в платы вшивали. И что тогда скажут эти презрители закона Божия? Эти святые не давали своего согласия, чтобы их мощи дробили, пилили, резали, пусть даже и с молитвой. Бытие 3.19. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Иов 3.4. «Вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Екклесиаст. «Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвращается в прах». Екклесиаст 12. И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его. 1 Маковейская 2. Сегодня он превозносится, а завтра не найдут его, ибо он обратился в прах свой, и замысел его погиб. 3 Эзры 7. И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают. А хранилища отдадут веренные им души. Все говорит о том, что в прах ни в мощевики, ни в антимицы зашивать надо. Принцип жизни сегодня для многих – жить, грешить и не болеть. И только бы не болеть. А уж получить исцеление, как и от кого, болящему разницы нет. Вот и посчитает не только мощи, но и то место, где было тело, где истекло что-то из мощей, из трупа. Савва Сербский, 12 января. Но вскоре после унесения мощей один расслабленный чернец по имени Неофит прилег на деревянных досках, которые были при гробе святого Саввы. Прикосновение к сим древам принесло ему внезапное исцеление. Сие чудо принесло великую радость болгарскому народу. Чудотворная сила святого Саввы сохранилась на месте его погребения и по унесении его святых мощей. И после совершалось много чудес на месте, где стоял гроб святого Саввы в храме 40 мучеников. Кирилл, 11 мая. Все провожали со слезами такого доброго учителя и пастыря, бывшего для всех, всем, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Ты, святая и честная глава, свыше в своих молитвах, вспоминай и нас, тебя призывающих. И избавляет всех напасти своих учеников, распространяющих учение Христово и обличающих ереси, чтобы, выполнив с достоинством свое звание в этой жизни, стать с тобою, твоему стаду, одесную стороны, сторону Христа Бога нашего, получив от него жизнь вечную. Алексей Божий человек, 17 марта. Тогда узнал Ефимиан, почившим сына своего Алексея. Он упал ему на грудь, обнимая, целуя его, говорил с плачем: «О, горе мне, возлюбленный сын мой, что ты сделал с нами? Зачем такую скорбь причинил нам? Увы мне, сын мой, столько лет пребывая с нами и слыша плач родителей твоих, ты не открыл себя и не утешил нас, несмотря на старость нашу, великой печали, вызванной тобой, о, горе мне! Сын мой, любовь моя, утешение души моей, я не знаю, что мне теперь делать. Оплакивать ли смерть твою или радоваться обретению твоему?» Так безутешно рыдал Амфимиан, терзая седины свои. Аглаида, слыша рыдание мужа и узнав, что умерший из нищей есть ее сын, открыла двери своего затвора в разодранной одежде, устремив полные слез глаза к небу и вырывая распущенные волосы,
Она шла среди толпы теснившегося народа и говорила: «Дайте мне дорогу, чтобы я могла видеть надежду мою, обнять возлюбленного моего сына». Подойдя к одру, она склонилась над телом сына своего, обнимала его и целовала со словами: «Увы мне, господин мой, чадо мое сладкое, что ты сделал? Зачем доставил нам ту столь великую скорбь? Увы мне, светочей моих, как ты не открылся, столько лет живя с нами, как не сжалился над нами, постоянно слыша наши горькие о тебе рыдания». Невеста, 34 года прожившая без жениха и носившего знак печали черной одежды, также пала на честное тело, омощая его ручьями слез с любовью, лобызая, она горько и утешно рыдала, говоря: «Увы мне, горе мне». Ее рыдания и скорбные жалобы возбудили присутствующих слезы, и плакали все вместе с невесткой и матерью. Царь и папа повелели нести одр с честным телом человека Божия и поставить его среди города, чтобы все могли видеть его и прикоснуться к нему. И когда это было исполнено, сказали народу: «Вот мы нашли того, кого искала вера наша». И собрался весь Рим, все прикасались к святому, лобызая его. Афанасий Афонский, 5 июля. А когда совершали над ним похоронное песнопение, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе, вытекала кровь. Кто когда замечал, чтобы из раны трехдневного мертвеца истекала кровь? Заметивши это, некоторые из пощенных старцев собирали сию кровь в полотенце и помазывались ею, как великую святыню на благословение. Отрада смерти страждущим дана. Вы побелели, странники, от пыли. Среди врагов в чужих краях вы были. Но вам, вот вам отдых, мир и тишина. Гора полдневным солнцем сожжена, русло Кедрона ветры иссушили, но в прах отцов вы посохи сложили, вас обрела родная страна. В ней спят цари, пророки и левиты, в блаженной обители ея, всех, что в чужбине не были убиты, сбирает милосердный судья. По жестким склонам каменные плиты стоят раскрытой книгой бытия. 20 августа. Бунин. Вопрос 2010. Восьмой том, «Открытым оком». Может ли быть, что заповеди, данные Богом, становятся менее привлекательны и менее насущны, чем человеческие? Ответ. Это особенно видно в иночестве, в монашестве. Как только придумали этот институт монашества, а он оформился, затвердел в отлитых жестких заповедях иночества, то сверяться с Библией никого уже не учили. Она просто стала не нужна и несовместима с уже заполнившим все монашеством. Они стали защищаться друг перед другом. Кто что придумает покруче и похлеще, повыщернее и позаковыристее, поэкстравагантнее. Не нарушившего иноческие обеты, на нарушившего обеты, целомудрие, налагали жесткие наказания. На такого человека от них дымилась злоба, и дым ее восходил день и ночь на целое тысячелетие. Он безжалостно вычеркивался из списка претендентов на канонизацию, на спасение и на упоминание его имени в числе угодных Богу. Были случаи, что тот из них, кто становился даже епископом, но замечал, что теперь ему невозможно годами молчать, а значит, он вынужден был нарушать обеты молчания. Иногда теперь на глаза ему попадались женщины, чего отнюдь не должно было быть по монашеским уставам. Это проклятое создание лучше бы всего было бы истреблять с лица земли окончательно. Но они частенько их лицезрели, не подозревая, что они уже с ними в их крепостях в монастыре, под видом мужчин. На запах какой-то оставался. И они догадывались, но откровения не было, и они узнавали это только после их смерти. Плач во всем монастыре стоял невообразимый. О чем кто плакал и сожалел? Это тоже прикрывалось только одним покрывалом. Все хватались мертвые за ноги и целовали их, рыдали, что они его обвиняли в самом отвратительном для монахов грехе.
на который они даже запрет упоминания наложили. Настолько он в их среде должен был быть немыслим. Плакали, что угнетали эту или этого подвижницу, подвижника Вавилу или Евгения. Феодора издевались по полной программе, желали ей, ему при жизни только смерти. Весь монастырь утопал в осуждении человека в несуществующем грехе и кичили, что они избегли мирских страстей, и никого тут за стеной Мандары под руководством архимандрита не осуждают. Но в этом осуждении изгнанного невинного человека годами причащались и были иноками иными, не такими, как мир, которого соблазнов они так удачно избегли. Это осуждение только маленькая щель, приоткрывшаяся иногда, приоткрывавшаяся, за которой разливались море и океан осуждения друг друга, инакомыслящих, и по подозрению в ереси, таких как Дионисий Александрийский, Иоанн Златоуст, Иероним Стридонский и многих других. Их люто ненавидели эти черные подвижники, и за них, за приверженность к этим тоже монахам, убивали десятки тысяч таких же монахов, как убивал Феофил Александрийский, патриарх. Подстраивали командировки в ночное время по пустыне, подставляя под зубы диких зверей и крокодилов. И обязательно будет плащ, и все это отнесено к великой милости Божией. В том числе, что вот как у Бога столь много различных путей, чтобы только человек спасся благодаря вожделенному иночеству. И вот такой владыченька бросал свою паству, начинал обуздывать заповедь о лжи, переименовывал свое имя. И, конечно же, под этими вымышленными именами они причащались и помышляли, поминали его, но зато его любимые иноческие обеты он мог исполнять. Это не осуждено было до ныне, но в честь и хвалу иночеству и бисеру девства поставлено. Если бы волю Божию узнали, читая Библию, то они бы плакали в пепле и песке. И спрашивала Божьего прощения за все отступления от его святой воли. Но воля Божия для иноков – это их видение и благоухание. А Библию пустынники и не видели. Их мечта всегда была иметь хорошего наставника, который бы нес ответственность за каждого, на которого можно было бы взвалить ответственность за их спасение и неспасение, от которого ни один и никогда да не уходил бы в мир, оставаясь верным иноческим обетом. И во многих житиях описывается, как иноки упрашивали даже маленьких своих сотоварищей, чтобы они возглавляли их обитель, а иначе они погибают, как корабль во время кораблекрушения. За то, чтобы у них было именно вот это таво, они предпринимали походы в столицу, к патриарху, и упрашивали поставить им спасительного и знаменитого и подвижника, который убегал от них, а они его вылавливали там. Исайя 55. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Бог же говорит им из их любимой псалтыри. И сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 94. Иоанн Варсонофий. 29 февраля. 18 лет он крестился, воспринял на себя иноческий образ и особенно стал подвязаться в посте. За свою добродетельную жизнь он был поставлен архиепископом в Дамаск. Но немногое время, пробыв на кафедре архиепископа, он заметил, что обязанности его высокого положения трудно совместимы с иноческими подвигами. Поэтому Иоанн оставил епископию и тайно удалился из Дамаска. Придя в Александрию, он переименовал себя в Варсонофием, чтобы кто его не узнал, и не открылось его действительное положение. Из Александрии он отправился, как убогий странник, в Нитрийскую гору, поклонившись игумену бывшего здесь монастыря.
Иоанн спросил его, чтобы он принял его для услуг братья. Игумен принял его и дал ему монашеские одеяния. А один из иноков, человек малоумный. Человек малоумный сильно досаждал святому. То давал ему укоризненное прозвище, то обливал его помоями. Внушаемый дьяволом, недостойный инок провертел стенку той кельи, где жил преподобный Иоанн-то, и через отверстие совершал водный исход, то есть писел, на ложе святого, так что оно стало издавать зловоние. О, монахов, какое поприще большое! Дырку сверлить надо, раз другой дырки-то нет, да хоть соседу просверлю. А был бы дома, так насверлил этих дырок, и все. Но через некоторое время Иоанн был узнан преподобным Феодором Митрийским, оставил гору и бежал в Египет. Вот у кого самые крепкие были ники аватара, откуда все идет это. Тимофей пустынник, 21 февраля. Много лет он скитался по горам и пустыням, жил один в Господе. И в непрестанной молитве проливал обильные слезы, орошая ими свою душу, как росою. Такой жизни он достиг глубокой старости и отошел ко Господу. Фаласий, 22 февраля. Преподобный Фаласий еще в юном возрасте построил себе на одной горе жилище и поселился в нем. Отличаясь по природе чистосердечием и смиренно-мудрием, он скоро почувствовал влечение к иноческим подвигам. Он удалился на вершину горы, расположенной близ селения Таргала, и провел на ней в подвигах 38 лет, причем не имел никакого жилища, ни кели, ни палатки, ни даже какого-либо навеса, но соорудил из камней лишь небольшую ограду, имея покровом одно небо, все время пребывал в ней. Многие из приходивших просили его принять их в число его сподвижников. Преподобный не противился таким просьбам. Построив для желающих подвязаться с ним кельи, он дозволил им жить в них. Причем раздавал им ту пищу, которую приносили для него с разных мест его почитатели. Прожив в таких подвигах жизнь свою, преподобный Фаласий с миром почил. Колеса колесницу фараона проваливаться стали, увязать. Затвор заело, не дослать патрона. Непослушание дочери в дому враждебный тать, зять. Все это наше об одном и том же. Причины оползни случались много раньше. Не сразу же корабль стал проходимцем-бомжем. В убийцу Ленина как превратился мальчик? Ко всем злодействам марши и ступени, причины отступления и недогляды, иные дирижеры, траурное пение, отчаяние и ужас за столами рядом. Но если бы те пальмовые ветви, которыми тебя враги встречали, ты в розги превратил, тогда бы эти дети с тобой ушли и не шастали ночами. Когда и кто вносили изменения в прямые указания Иеговы, Господи помилуй, вошло в богослужение. По 40 раз скороговоркой снова. В далеком прошлом не обретешь и даты. Всем изменениям утери простоты. Обезоружены безмолвные солдаты. Границы нет, нарушены посты. И это сделали не явные враги, а из-под монахи и аскеты. С песком и галькой святые пироги, бесплотные вокруг лежат скелеты. Нас заморил не фараон, не Ленин, свои епископы, синод и патриарх. И вместо проповеди на богослужениях воскрыльями возметают прах. Увязли благовестие святые колесницы, обезоружены солдаты-прихожане. И вместо Библии наш типикон лоснится. На посещение храма истину ужали. До посещения. 3 августа 2003 года.